столичной воздушной гавани сегодня открыли пункт вакцинации от коронавируса. Желающие могут привиться сыворотками производства Pfizer, Johnson & Johnson или AstraZeneca. Все, держим. Может быть, местное покраснение, дискомфорт в руке. Завтра не мочить, оперенность, да? Новый пункт вакцинации от опасной респираторной инфекции открыли между зонами прибытия и вылета. Именно здесь, по мнению властей, наибольшее скопление людей. Этот пункт вакцинации соответствует всем стандартам, и здесь соблюдены все санитарные нормы. Это зона рецепции, здесь проводят медосмотр и непосредственно вводят прививку. Прежде чем вакцинироваться, граждане проходят медицинский осмотр. Сотрудники пункта вакцинации рассказывают о возможных побочных эффектах. Если у вас повысится температура, тогда нужно принять парацетамол. Я вам дам номер телефона. Если возникнут вопросы, звоните по указанному номеру. В пункте вакцинации, обустроенном между терминалами аэропорта, задействованы несколько бригад медиков. Врачи призывают граждан вакцинироваться, поскольку многие сами столкнулись лицом к лицу с коварной инфекцией. За час здесь привились почти два десятка желающих. Всего с момента открытия привились 43 человека. Pfizer'ом 38, а 5 человек предпочли Johnson & Johnson. AstraZeneca не пользуется спросом? Нет, даже не знаю почему. Я лично прививалась AstraZeneca. Despre vaccinuri, întreabă dacă care este mai bun. Din punctul nostru, din punctul medical, nu există un vaccin mai bun. Toate vaccinurile care sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății sunt sigure. В первый день работы сюда в основном обращались сотрудники воздушной гавани, а также жители близлежащей зоны. Да подать сюда тут, сейчас ребята с не вакцины. Естественно, вина еще, да смогу кундява, да кача прав. Вот и скопать им волей масса. Я здесь работаю, если вы обратили внимание, и мне это очень удобно, очень. Мы не хотим болеть, не хотим умирать. Мы доверяем вакцине. А вот среди пассажиров нашлись и те, кто пока не решился на иммунизацию от коронавируса. Некоторые с недоверием относятся к необходимости делать вакцину. Другие же не желают ждать еще 14 дней, прежде чем отправиться в поездку с сертификатом о вакцинации. Лучше бы и тест был, конечно. Потому что тест надо делать в срочном порядке. Люди, которые вылетают после вакцинации, принимают после 14 дней. Это бесполезно, думаете? Ну да, по идее да. Я бы хотела под контролем быть там. А то же на вылете, сами понимаете, мало ли за температуру или еще что-то такое. Да, шедурис мы вакцинируем к Pfizer. А куда есть Pfizer? Ну, все не мы гандим, пока не нам дечисы не вакцинируем. Пункт вакцинации в международном аэропорту Кишинева работает с 8 утра и до 9 вечера. До сих пор в Молдове было использовано 955 тысяч доз прививок от коронавируса различных производителей.